Stretch – это модификатор, который растягивает объект вдоль одной из осей, одновременно сжимая его по двум другим. Величина сжатия в обратном направлении определяется параметром Amplify. Направление растягивания выбирается при помощи переключения Stretch Axis по оси X, Y или Z. Стандартно стоит Z. А величина, которая будет характеризовать силу деформации, определяется параметром Stretch, то есть растягивание. Давайте попробуем.